Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите CNC Generals с модом Contra Invasion. Так, что у нас, конечно, обзорчик слишком большой. Надо поближе. Просили, чтобы я поиграл сам, без реплеев. Сразу предупреждаю, я тот еще нубас. Я играл последний раз лет 68 назад, поэтому все очень плохо, но я постараюсь. Играю я сегодня против Снопика. Он играет за робота. Я взял себе глашника полевика, потому что гла топич. Так, и мне кажется, еще у меня... Секунду. Да, пардон, у меня музыка и там играла. Я себе саундтрек намутил из генералов. Но внезапно он здесь в игре играет. Ну, кто бы мог подумать. Так, какая-то стрёмная карта. Что-то слишком дофига всего. Ну, ладно, попробуем. Будем готовить для него подарочек в виде технички с ракетчиками, чтобы снести его дозер, например, или что-то еще. А, пардон, пардон. Нам нужно снести вертолет, а не дозер. То есть нам хватит двух ракетчиков и трех стингеров. И еще один сборщик ресурсов себе намутим. Так. Он пропалил. Отлично. Так, у него тут пехота строится. Видимо, идет захватывать. Хорошо. Сделаем тогда еще такую же пачку. Только уже, наверное, все ракетчики будут. Как же медленно он строится. Эх. Ну, скоро уже будет готово. Вместе с ракетчиками. Надо будет еще несколько техничек построить дополнительно, чтобы избавиться от его пехоты. То есть он наверняка вот это хочет захватить. Надеюсь, он не успеет дойти. Потому что нам главное вначале ему под крыс организовать. А вот вторую техничку уже можно отправить на что-то. Ах, вот оно как. Здесь еще один. Ух ты. Я не успел. А нет, успел, но... Да, не получилось. Но зато мы снесли ему вертушку. А значит, оно того стоило. Так, построим вот эту вот штуку. Вроде как это должно помочь с его роботами. Частично. Ну и плюс можно немного даже здания покоцать. Так, еще одну техничку отправим. Пару скорпионов. И немного ракетчиков. Он уже пачку готовит, я вижу. О, вот это надо снести обязательно. Построим себе еще один радар. И построим себе передвижной штаб, чтобы хилить наши танки.
сюда. Быстрее, 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 быстрее. Замечательно. Просто волшебно получилось. Так, пусть они там себе сидят. Нам потихоньку нужно укреплять здесь оборону, потому что он может напасть. Насколько я помню, роботам вообще идеально нападать быстро, что-то там сносить и убегать, поэтому надо побеспокоиться об этом. Так, теперь нам нужно, чтобы штаб стрелял, и нужно, чтобы скорпионы ракеты выпускали. Армия у нас, конечно, не очень большая. И поближе радар подтащим. Я думаю, в первую очередь... Пардон. Ракету нужно грейдить. Так, теперь сделаем дроп и захватим какие-нибудь здания. Нужно занычковать радар прямо у него в тылу. Вот это, думаю, можно разрушить, как бы это нам не очень-то важно. Да, отлично, вот здесь заныкаем. Ух ты. Ну хорошо, уйдем тогда. Снесем ему еще нефтевышку. Так, отступаем обратно. Поставим черный рынок. Как-то у него многовато всего на самом деле. Я не уверен, да, что мы справимся. Это плохо. Вот то, что таксотрактор вот этот взорвался, скажем так, это меня подставило. Причем не слабо так подставило. Но, к счастью, мы более-менее одинаково разменялись, поэтому он вроде как не нападает. Так, захватим вот это, захватим вот это. И техничку сюда. Это нам не помешает. Так, построим немного всякого дерьма. И построим еще один штаб. На все деньги прям. Боже, какая красота! Он продолжает сливать свои войска на этих ракетчиках. Сейчас их еще в это здание запихну. Так, на всякий случай стингера здесь поставим, потому что он, ну, опять-таки, неплохо так разменялся. Хрен его знает, что будет дальше. Ракетчики тоже на базе будут стоять. Хотя, знаете что? Мы их сейчас дропнем ему на базу. Построим еще один военный завод. Здесь у нас... А, ну, окей, нам не нужен этот апгрейд. У него нет мин, насколько я помню. Да, вот это надо обязательно снести сейчас. То, что он строит. И еще один черный рынок построим себе. Маловато, однако, у меня войск.
Ух ты, он решил напасть. Давай, хотя бы дозер снесем. Может, успею? Блин, он покоцал его сильно. Нет. Ну, они себя окупили. Это точно. О, да. С лихвой окупили, но вот, к сожалению, дозер остался жив. Но нападем сейчас. У него вроде как должно быть плохое сопротивление, потому что всего два вот этих вот бота, которые заменяют танки. У меня скоро будет третья лычка. Ух ты, нифига ж себе. Да, замечательно. Ему нечем отбиваться. Так, начнем здесь застройку. Так, и что, потерял рабочих всех, что ли? Зараза. Ну, один стингер я успею построить. Наверное, нет, не успею. Черт. Так, давайте сделаем тоннель еще. Здесь построим тоннель. Все замечательно. Так, еще вот этот вот апгрейд. Надеюсь, против его войск он сработает. Не уверен, насколько сильный урон будет от яда по ботам проходить. Может, вообще никакой. Ну, как бы попробовать можно, я считаю. Так, прячемся. Давайте сделаем так, так и так. Деньги нам не помешают. Значит, сюда мы... Сбросим толпу, сюда сбросим пацанчиков. Ой, не повезло. Так, построим дворец. Ну, мне кажется, что мы уже выиграли. Да. Так, что здесь? Ну, нам больше, в принципе, ничего не нужно. То есть, можно штамповать скорпионы. Вроде как бы он в третий тир... Ой, стой. Не смог выйти. Строим дальше. Главное, что наш тоннель под защитой. И можно безнаказанно высаживать подкрепление прямо у него на базе. Ух ты. Снесите. Отлично. Блин, толпа с тремя лычками. Как-то обидно было бы терять их. Этих челиков.
Так, здесь у нас вот это можно сделать. Строим теперь мародеров. Ну, возможно, ремонт не помешает. Еще. Может, им сделать калаши, чтобы быстрее сносили. Или ненужным. Ну, у меня тут еще огромная пачка накопилась. Но так как я слоупок, то я не обратил внимания на это. Нужно штаб построить еще. Да ладно, он еще где-то построил здание. Неужели здесь? Пишет, ах. А где тут? Можно чат посмотреть? Нет, видимо. А, вот еще что у него есть. О, оказывается, нейтральные здания имеют свойство восстанавливаться здесь. Я не знал. По крайней мере, когда я играл, они не восстанавливались. Это прикольно. Но нужно держать в уме то, что... Получается, я ему снес и довольствовался тем, что он больше не сможет захватить. Но это не так. То есть, надо будет... смотреть за этими зданиями в будущем. Ну, вот такой вот матчик. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то замечания, которые позволят мне играть лучше, то не стесняйтесь, пишите их в комментариях. А также можете поиграть со мной при желании. Как бы тоже пишите в комментах об этом. Ну, до встречи. Пока.